Привет, умники! Из сегодняшней программы вы узнаете о том, что ученые научились читать спящий мозг, создали умных дронов и лазер размером с 5-копеечную монету. Подробности, как всегда, далее. Ученые в Массачусетском технологическом институте нашли способ отслеживать поведение памяти во время сна. Давно не секрет, что в это время мозг закрепляет в памяти все то, что узнал, увидел или освоил накануне. Однако пронаблюдать этот процесс до сих пор не представлялось возможным. Пока мозг активен, ученые могут фиксировать изменения его активности и обнаруживать определенные паттерны, связанные с памятью или отдельными событиями. Но искать повторяющиеся модели в электромагнитной активности спящего мозга ранее считалось бесполезным. Исследователи разработали компьютерную программу, которая анализирует активность гиппокампа спящих мышей и предсказывает, запомнило ли животное то, что случилось вчера. На базе технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют, сотрудники университета ИТМО разрабатывают проект управления дронами и беспилотниками, который может лечь в основу глобальной информационно-экономической системы взаимодействия всех участников рынка интернета вещей. Используя платформу Ethereum, команда AeroLab совместно с сотрудниками и выпускниками университета ИТМО разрабатывает проект по управлению беспилотными летательными аппаратами. Беспилотники сами заключают умные контракты на выполнение задания, регистрируют маршрут полета у диспетчерской станции, и если дрон собирается пролететь через запрещенную для полетов зону или его маршрут пересекается с траекторией движения другого дрона, диспетчер самостоятельно скорректирует маршрут и предложит другой путь. Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с уникальными характеристиками. К примеру, первый в мире твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона с субконверсионной накачкой излучением видимого диапазона. Работа по его созданию близится к завершению. Автор уникального квантового генератора – аспирант Института физики КФУ Виктория Горьева. Впервые в качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света – лазерные диоды. Это позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым. С помощью таких лазеров, к примеру, можно удалять различные наслоения, образующиеся со временем на объектах культуры, и очищать экспонаты музеев, не повреждая их. Это были самые технологичные новости науки на сегодня. Пока!